количество вражеских сил огромно. Какая жара, а? Комнатной температуры? Ради бога. Пиво должно быть ледяным. Может, лагера? Или стакан воды, как ты любишь? Или кружку стаута? Придется мне вам обоим преподать урок, как только вернемся в Штаты. В любом случае, сначала остановимся в Лондоне. За мой счет. Что ж, по крайней мере, конец света не наступил. Уходим отсюда. Thank you.
Он едва дышит! Один живой! С тобой все будет в порядке, дружище! Уносите его отсюда! Пошли, пошли! Его нужно срочно доставить в госпиталь! Сегодня официально подтвердило, что в Центральной России проводились ядерные испытания. Несмотря на то, что лидеры других стран выразили свой протест против подобных действий, российские власти настаивают, что испытания проводятся с учетом всех требований ООН. Представители партии сепаратистов пока не комментировали данную ситуацию, но уже появились слухи о возможном начале борьбы за власть. И другие новости. Поиски корабля, пропавшего в Баренцевом море после бури, решено прекратить. Мы приступаем, и скоро тут будет жарко. Ну-ну, ты ведь это не серьезно? Я говорю серьезно. Пошли!